Всем привет! Меня зовут Ильяс, я тренер по хоккею, воспитанник школы СКА. Обучался там с 5,5 лет, продолжительностью в 15 лет. Сейчас мне 22, я заканчивал с детским хоккеем, был перерыв, да, это больно, бла-бла-бла-бла-бла, не суть важно. Воспитанник Салимова Марата Оксановича, также это мой папа, да, я рос в семье тренера по хоккею. Я учился на банковском деле, обучался тренерскому естеству и по сей день обучаюсь. Работал тренером, работаю тренером уже 4 года. Сейчас рассказываю об этом, переживаю, нервничаю, первое видео на YouTube. Вот. Хотя веду Instagram, оставлю ссылку. Поэтому, что еще? Хочу это делать, хочу, нравится, и поэтому будем выкладывать еще видео следующие о том, обучающие видео, и не только обучающие видео, поэтому спасибо всем за просмотр, давайте уже закончим это видео поскорее, что-то мне вообще, ладно, оставляйте лайки, комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.